Ну что, расскажи прежде всего о себе, где родился, в какой школе учишься? Ну, родился я в Несвеже, учусь во второй гвардейской школе, закончил 9 класс. С первого класса занимаюсь футболом здесь, в Гордее. Ну, достижений много, мы с командой занимали 2-3 места на чемпионате Минской области, 2 место на международных турнирах, в Столбцах, в Минске. А так, несколько раз был лучшим игроком турнира, лучшим вратарем турнира. Ты планируешь связать в дальнейшем свою карьеру с футболом, либо еще будешь куда-то поступать? Ну, по крайней мере, я думаю, связать свою карьеру с футболом, но, ну, на всякий случай я буду поступать все-таки. Как вообще возник такой вариант, чтобы ты стал маскотом? Мы как-то на тренировку приходим, а нам директор Дюш Юрий Юрьевич Бородулин говорит: кто хочет стать маскотом? Ну и мы начали спорить с Андреем Семашкой. И все. Как-то так. А почему ты выиграл спор? На чифифо. А? На чифифо. Это как? Ну, камень, ножницы, бумага. А. Есть какая-то история, что ты там на бутсы копишь? Что-то да такое? Нет, я уже бутсы себе купил как бы. А. Ну, за счет того, что ты заработал маскотом, да? Ну да. Наверное, в первое время то, что заработал, то и потратил уже на бутсы. Adidas F10. Профессионально. Ты учился быть маскотом, тебе что-то рассказывали, какие-то наставления давали? Ну, видел пару раз, как маскоты работают на матче Гордей Ислыч в Минске. Волк. Прикольно было смотреть на него. Ну, тут больше импровизирую, чем какие-то наставления, потому что говорили просто ходить веселить людей. Ну, в день игры сначала мне звонят и говорят, а сколько мне приходить. Прихожу сюда, сначала просто ждем, пока приедет команда. Потом я уже начинаю переодеваться, и за час до игры я выхожу сюда уже веселить людей. Смешной случай, который с тобой в качестве маскота происходил? Ну, когда у нас на матче вроде бы со Славией Мозырь в перерыве происходил конкурс танцев, и мы танцевали со зрителями матча. Mm-hmm. Ну, я там победил. Ульяна, подожди, ты разминайся, давай, хорошо. Как вообще, вот все-таки костюм, насколько он удобен, все-таки жара, например, как ты выдерживаешь? Ну, смотря какая жара, если вот плюс где-то 27, то уже жарко очень в костюме. А если вот зима, ну, когда в конце сезона, уже в начале, то очень хорошо, тепло. По команде основной, кто у тебя вообще любимчик есть? Да, это вратарь все-таки, Игорь Довигал. Мой номер забрал, он говорил, ну, он на маскоте все-таки номер один, у него тоже на спине номер один, и он такой: ну, мой номер забрал, что, отдай номер. И все, стояли, смеялись. В мировом футболе и в белорусском есть у тебя еще какие-то кумиры среди вратарей, может быть? Среди вратарей, ну, наверное, да. А кто? Вратарь сборной Испании Дэвид Де Хея. Как-то, знаете, молодой, перспективный, очень хорошо стоит. Мечты, идеи по поводу твоего будущего? Я думаю, если в футболе заиграть, то это как минимум сыграть за основу ФК Гордей, а максимум, ну, что-нибудь выиграть за Гордей. Болельщики Гордей, вы только со мной чаще здороваетесь, а то некоторые проходят мимо, даже не поздоровавшись. Больше болейте за Гордей, любите команду.